А вы любите шоколад? Сегодня, 27 января, отмечается День шоколадных тортиков. Это «Сильные новости». Рубрика «Короче». Поехали. Около 40% еды в гомельских школах отправляются в отходы. Отмечается, что дети не любят есть многие продукты, которые там готовят. Среди них отварная свинина, морковь, капуста, в том числе и морская, компоты сухофруктов, лук, хлеб и многое другое. Вместо этого дети хотят видеть колбасу, сосиски, томат, помидоры и сладкий перец. Гомельские чиновники предложили пересмотреть рацион и исключить из него непопулярные продукты. Около 170 тысяч долларов планируют потратить на восстановление катка по проспекту Речицкому. Напомню, 4 года назад там обрушилась крыша. 5 человек пострадали, среди них 2 детей. И вот сейчас крышу решили восстановить. Цена вопроса 450 тысяч рублей. Закончить работы планируют уже к августу месяцу. Очень вовремя. Парламент Каталонии помиловал женщин, казненных за колдовство 400 лет назад. За резолюцию выступили 114 парламентариев. Еще 14 выступили почему-то против, а 6 воздержались. Помимо этого, парламентарии предлагают назвать некоторые улицы в честь казненных ведьм. Кстати, по данным испанских источников, Каталония стала первым регионом Европы, где началась охота на ведьм. Как правило, женщин обвиняли в неурожае или детских смертях.